Лядрищ на престе. И спалбаун пришло хорошо. Все равно шипы разве был РБК. А ты, наверное, ДЦ. Пусть исполин на шипышке будет. Так, кто там что написал? Какой же он страшный, да? Паразиты, кровососы. Паразиты, кровососы. Сразу кровососа сталкера вспомнил. Убивал кровососа сталкера? Конечно. И они меня убивали. Я начал убивать, да? А тебе было страшно? Блять. Блять, было страшно, знаешь, когда вот первый монстр, как по какой-то трубе бежишь, а он тебе в разум... Контролёр, нахуй. Да, вот этот пиздец. Это было в 2007, блять. Да, ебать, этот, блять, жуханул, нахуй. Мне самое страшное, во что я играл, ну, в молодости, это Quake 4. Прям очково было, когда он там из угла выпрыгивал резко. Ну, этот, Fear был еще игра такая. Ну, фир такое себе. Бля, я забыл, как игрушка называется. Я играл на первый PlayStation. Мне... Там, короче, суть игры такая. Не знаю, может, кто вспомнит. Старичков. И там суть заключалась в том, что за тобой монстры какие-то гонятся. Ну, я точно уже не вспомнил, это было 14 было назад. Вот. И ты там должен ловушки всякие расставлять. Забыл название. Ну, ты Вовка, блядь. За компа играешь, блядь. Цирк, принимай. Дрищ, принимай. Что это у нас запал? Да я что-то не знаю. ПВПшный какой-то. Да вообще я вижу, я посмотрел. Здорово, заебали. Здорово. Бурли, как ты там нашелся напарника? Ищи напарницу. Абула возвращается через неделю. Бульбаш? Не. Алкаш. Был у нас один мастер спорта в гильдии. Вот Абула будет танчить. У него ники, короче, были Трицуха, Бицуха, там вот это все. Мастер спорта, блин, по дзюдо. Чё там, блядь? Куда все уходят? Дрищ не могу засунуть. Музыка, а как ты 1800 попал, блядь, расскажи. 1800. Кто тебя провагонил? Да, мне 1900. Ему повезло просто, какие-то ноги попадали. Повезло, блин. Как ты не знаешь? На пустую арену выходил? Да, я на ДК не играл. Остальные выходили просто в этом. Я удивился, что у меня на Локе рейтинг больше, чем на ДК. Дайте еще шкаф. Блять, ты ж безумно с тобой никто играть не будет. Вот, а че себе на охотнике сделал дом тоже? Раз. Раз удалил сегодня. Вчера с напарником кричали друг на друга матом на всю квартиру. Я сорю, запах купил, блядь. Это купил. А я к семье все подготовил, убрал подмёт. Реплики, все дела. Да. Ухо с 25-ки хм, да, сануба? Я подумал, что нам ануб это, ну, когда он выпадет. Посмотрел, что в следующем контенте, то все равно без. Ну тебе надо было подождать, что-то ты поторопился. Скидки. Они не скоро сделают скидки. В конце не будут. Что там это, потоки нам? Так они же говорили, типа какой-то перерасчет будет. Он был вообще или нет? Был, да. Че потом ставишь прием? Значит, скидки не скоро будут. А чё, не, так чё, чёрная пятница, что не произошло? Поставьте шкурку. Да, тут ковер чистый.
Крудак или что? Есть какой ковер чистый? Невер поставь шкаф. Я вот не дал этим. Невер там кнопочку ищет. Четвертый кусок. Грудак или что-то не надо. Тебе на кого? Невер куб. На ретрика? 74-й. А нахуя ему, блять, лучше будет? Не, ну на грудак-то ему нужен. Пойду во фроста по госпит. Ну, почему раньше ты не мог этого сделать? Ну, грудак нужен на плечи. Он холик дерьмо вонючий. На робу тоже будет тогда. Гудлик, ты куда собрался? На арену? Таланты раскид. А, я думал 2К, а больше. А чё, дайте столик кто-то с магов. Поточить. Чтоб фулл мана была. Да. Спасибо, Мила. А, спасибо. Да там улетело. Поточи. Ну, точу. А, Карась, покажи протика. Какой Карась? Посмотри. У меня плохой протика. Пока что. А у тебя ретрик еще хуже. С метринками. А, нет, протика в смысле. Фу, стой, подожди, я просто с работы туплю. Сейчас покажу. Танчит. Блять, мне завтра на работу, мне 8 утра вставать, блять. Какие-то плохие люди кабель порвали, нахуй. На, посмотри. Блять, Гудлик. Ну? Чё, Гудлик? Принимай. Ну, мы тебя тоже сюда. Пошли, трешак. А, что, синдоми, да, ты когда им пишешь у нас? Нормально, платим. На мишку на пул отдавайте. А, и вот есть. Нормально. Сколько у нас? 3 хила? Вич, 2-3, 2 хулипова. Ну, дрыж за шестерых считается. А нет, спел дамажит. Может, он похилится? Да, ему нужно будет похилить. Давайте хилов не напрягаем, из огня выйдете. Стой, не пуляйте. Еще один пришел там моб. Че-то вы торопитесь куда-то. Да он сам ходит по себе. Танка поднимите там. И еще один моб пришел. Да, я думал, ты хил, блядь. Давай в хила, пожалуй, наверное. Секси-звездочки, а вон не спивает у нас... А кто у нас уголс? Войда там куда-нибудь определи. О, косты сбивать? Да, кубку. Да не, пока куб еще рано. Thank you.
У нас тут есть ретрик пвпшный, есть феррал пвпшный. Тут есть кому бы нажать. Клешни, так делай хил, а будешь с нами хилить вместе. Засумонишь? Нет. Мы уже магик отбиваем. Уже 20% у магик. Ну вот, на руку бобы там. Блять, шлёхты. Сколько у нас сейчас танков? Три? А, у нас сейчас три танка. На короля также. На королей также, да, было? Да. Давайте рыбку сейчас поставлю. Спел, давай ты, пожалуй, все-таки в хила, если что, после мобов спекнешься в ретрик, там не нужно дальше не будет. Меточки сейчас ставлю. Пока покушайте там. Да сейчас разбафаем, подожди. Ок, ну ты стандартно на боссе ходишь и нажимаешь луну. А на крестике, ой, на черепке у нас дрищ. Где, где? Лакрима хих, а дрищ черепочек. Самая дальняя метка босса. Треугольник у нас хилит Лакрима, черепочек тоже и крестик вместе с ними. Хорошо, чекрейт и у нас с квадратиком. Быстрая лавка. Давай ты будешь стоять на крестике просто. Короче, что нужно сделать? Когда там босс кастует каст, я заанонсу. Подходишь, на платформу встаешь и просто нажимаешь один раз на куб правой кнопкой. И стоишь, тебя прохиливают. Все, потом отошел оттуда, побегал со стороны и как бы стоишь через возле него, возле стеночки. И также по команде еще раз нажал. А, то же самое делает у нас Раф на треугольнике. На квадратике у нас... Ой, давай ты подмажешь лучше, наверное. Овулус будет. Еще раз, на треугольнике. Что ты лагаешь? На треугольнике что надо сделать? Стандать в карте? Да, стан дать в каст, прожать куб просто, в каст боссу. То есть я один раз... босса не бью, чисто стою на кубе? Можешь вообще его не бить, да. Просто стоишь возле куба у стеночки по команде, там подходишь и готовишься нажать вовремя в каст. Присуманьте кто-нибудь этого ботика. Ну хорошо, сейчас постоишь, значит. Это не сложно. Просто один раз нажимаешь, ничего не надо по нему кучу раз кликать. Кто не встал? Давай лучше я встану. На милом. Ну хорошо. Подожди, ты. Так, а куда мне встать? Треугольник, подожди, трищ, это ж ты? Нет, это милый, это маг. Ой, это милый маг, ой, все. Давай ты тогда на треугольник встанешь. Давай, лучше я встану. Угу. На квадратик у нас ой. Кто пойдет? Ты ж Овулус сказал. Овулус, Карас, давай ты будешь. Мне в танка надо спекаться или в ретрике? Да, вообще не важно, просто стой, нажимай квадратик по команде. Нет, это понятно, я имею в виду. А, нет, тут в ретрике у нас есть, типа, один сейчас танк и мишку. На полную мишку будем отдавать.
Так, по костам давайте, кто кому сбивает. Черепочек у нас пошел Секси. И крестик у нас сбивает Гудлик. Квадратик у нас сбивает Волс. У нее у нас Кенроки. Треугольник Куклешни. Просто был Дэдс. Дэд Бич, сбиваешь черепку потом в тот таргет, с которой играешь. Когда черепок умрет. Ну, в принципе, блять, кто во? Ну и кто там? Ой, хорош, блин, ком заевейдил Сузо с пулем, но нормально. Нет, метки ставить еще. Как ты на маге спулил? Представайся, это вообще нереально. Больше широкая. Так, фулбафы есть, давай терчек. Суза, дай МК кому-нибудь другому, я на кубе стоять буду. Ну все, все готовы, давайте ДБМ ставлю. 5, 4, 3, 3, 2, 1. 1. А, Секси, дашь нам же? Самый волос бомжи. И Кутлик туда же. Один, отдайте третьего урона. А, Кутлик, бомжи, не вижу от тебя. Я уже жал, блин. ДД, отойдите на раньше. На всякий случай. Гудлика пассивка такая. Я дам того подобажить, блядь. Да, конечно, можно, только это с инста выйти на всякий случай. С ТП-шку сделаю, потом звоним. Кто там в квадрате стоит? Присоединить. Оволос. Оволос. 7 секунд у нас. 3 секунды. 1 секунда. Само уже стоит. Отходите. Приготовься. А слышишь, пожалуйста, кубы у меня? 2 секунды, да, кубы сейчас. Это был вопрос. Прожали кубы? Отлично. А, давайте керу и продамажим его. Нет, шамана нет. А, у нас, блин, шамана нет. Два плюсика в рейд или идти быстрее к инсту. Ты можешь зайти в инст на 30%. Я успею.
Так, подними меня, пожалуйста. Что за урон? Капать выше зашел, когда трапу ставил. Кар, пожалуйста, дай мне БР. Кубы есть еще озвучка? Кубы 17 еще. А по ханту дайте ребаф паладина. У меня 5. Не, после откидывания вставайте. Выкуп кубы, отлично. Кочек, пожалуйста, по ханту. Так у тебя ж, по-моему, висит. Нету. А уже есть. Нажмите кубы. Кто, блядь, на квадратике не нажал? Я не нажал на квадратике, я думал, заносишь опять. Да у вас у всех дубом стоит. Может, у тебя же дербы. А мне одному казалось, что я проанонсил все. Ну, когда каст начался, ты сказал, кубы, нажмите кубы, он, видать, или не успел, или хуй знает, что делал. Я не добежал просто, да. Так ты стой там. Зачем ты дамажишь? Зачем ты дамажишь? Типа, ну серьезно, это типа 3к ДПС вообще, типа, ну, кому они нужны? У нас танк 3300 дает. Да, получается, головхил с уманем. Ну, просто шамана хотели подождать, чтобы с Гера это все убить. Еще один шаман зашел. Ну хорошо, а какой еще шаман зашел? Какой кельт? Квилт. Кельт. ДБМ сделал 80. Так, тогда спал ты в ретрика. Вообще на постоянку. Спал, вот так в ретрике был. Ну, он спекался после этих мобов. Нет? Нет. Тогда хорошо. Гудли шкаф. Гудли. Этого блять, всю рубу закрыли своими телами. Там таурен жирный топ, а не здесь. А наверх поставь шкафчик. А, это ж, наверное, кубу, кубу в вагон. Просто бафа не вижу. Он вообще не прилетел еще. Ох, ё, подкушай, заходи. Thank you.
пролагивать пока. Спалин, что ты вырубай, блин. Как не читай. Кстати, надо что-то выпить. И намазать. Секунду, я спекаюсь в хила, а то я валер был. Будник, это ты не докрыть? Пас. Так у меня твинк. А, так, тогда идеально, давай ты на квадратике. Хорошо, сейчас. А, Клэут у нас тогда на треугольнике. Раз у нас куча хилов появилась. Некому дамажить, только тут. Дом, Чика, Бомбони, Суза, одет. Все, все остальные. Угу, все, да. А ну дедбоди еще. Кинроки и дедбоди, да. Все остальные одеты. У меня еще 24 пиздец вам будет, блядь. Что-то здесь так девятка, блядь. Окей, все, отпился. Давай. У нас там будет еще время. ДБМ ставлю. 5, 4, 3, 2, 1. Бля, можно не фудить? Кто там напевает песни? Это Гудлик. Секс есть бомжа? 20 секунд, когда бомж. Хорошо, да, дойдите пока, да. Целая армия идет. Все вышли. Сколько бомжей? Угу. Рок, это про тебя. Да нет, Гудлик, это про тебя. Все, что понимают. Они, у тебя две крики, а с острова тебе все одно. А секунду.
то я сразу на какую стоит. 5 секунд пишет. Кубы. Пять секунд. Десять секунд, кубы. Два, еще десять. Где? Готов, чуть-чуть нажимать. Понял. А что с нами так? Что за хуйня, блядь? Кто не нажал? Есть. Типа добав еще висел. Почему? Как такое может быть? Раньше нажал, да, ничего. Пролетел мимо, может быть, когда откидывал лайк, поэтому добав мог повеситься. Что же бывает? Блин, сказал бы, я тебя изменил. Ну да, я поэтому говорю, сказал бы, что тебя изменить надо. Сегодня контакта. Есть кого джиз поставить? Чуть, ну заранее надо говорить, но про дебаф хотя бы. Ну, придется, да. Ну, он сказал тоже на нем. Ну, когда мы сдохли, да, блядь? Я имею в виду... Не, я думал, он сказал. Ну, озвучили 10 секунд, я сказал через 10 секунд, что добавь еще 10 секунд. Кто знает, я не слышал. Я слышал, когда сдохли, тогда, о, дебаф, ебать. Не, я все слышал, что 10 секунд, за 10 секунд сказал, что дебаф. Гриша, у тебя висел дебаф? Нет, у меня на крестике. Ну, там быстрее лапки. Потому что люди научились говорить сразу ник, где? Ну, да, конечно. Я думаю, что подвините там кто-то, и все, ну это уже. И вас знают, вас там не знают, вы должны знать, как говорить. Ник. Ну, в любом случае ник должен говорить. Да я просто нажмите крестик и все, блядь. На тапках бы прибежали, не жали. Да, блядь, офните в хуя, блядь. Ну все, блядь, давайте, милый, замени просто на крестик, Саня, все. Угу. Милый. Суза, забираем кого меня. Отдай кому-нибудь. Пробафали, зашли в комнату. Пристобафа не вижу, лапки тоже. Не все, лапка появилась. О, задай-ка. Пристобаф тоже появился. Почему-то лапка озвучила, пристобаф. Ой, ну все, извини, Дрич, извини, да. Это три раза надо нажать, а не один, если что. Еще он раньше лапки появился. Все, ДПМ ставлю. Бомжей нету. Сама же. Есть бомжи. А, хорошо. Отдашь тогда. Давай, бомжей. Первый, кто пизды получил, это Гудли. Ты чё, здорово заебал? Здорово заебал. Как дела заебал? Нормально. Я заебал, Гудлик заебал. Это станет кем-то овешным. План нежити. А это гуманоид. Thank you.
Да, друг друг и брат брату, да. Девятнадцать секунд. Откинул. Прохилься, милого. Как? Нас тоже откидывает. Держи. Я недалеко был. Красавчик. А зачем ты перед огнем стоишь? Я понял, слышу. А, понял. Беги, короче, перед огнем, а вдоль стенки, прямо там домаш, рядом с кубом в квадрате. 10 секунд куда. Откидывай. А у нас Суза на кубах не стоял? Нет, он просто стоял. Потом просто выйдет. Да, он сам начал стоять. О, Лакрима, привет. Здорово, заебал. Какой у тебя голос, Лакрим? 15 секунд. У меня в трусах КД еще 6 секунд. Займите трусы быстрее. Я побежал. Адриль, до цели? Не добегу. Дальше ты до цели, Холик? Успел, красавчик. О, отлично. Красавчик. Лаким, прости, пожалуйста. Блять, как у вас КД-то может быть, я понять не могу. Я тоже. А, поднимите кто... А... Блять, Чикабамбони, подбеги в сторону черепка, подними Лакриму. Лакриму, подними меня. Только аккуратно тут кучу вышь. Какой-то кубы юзаете. Никогда такого не было. Вот это. А сколько до куба? 30 секунд. О, кубов, блядь. Сейчас сгоришь. Чикабамбони, блядь, о, ебаный пиздец, кару. Бегите меня. Ладно, кубы просто нажмете и отпустите. А кару то же самое сделай с Лакримой. 10 секунд кубы. И нырни сразу.
Я просто про хильку бы сейчас. Жаль бы. Нет! Блять, ну это пиздец. Кто, блять? Крестик. У кого постоянно, блять, у кого постоянно КД, блять, на кубах? Поменяйте его. Ну нахуй, я, блядь, на кубы встану. Я тебе говорил сначала, давай я тоже встану. Сандами это похоже. Давай. Давай, Невер, ты тоже вставай. Чё-то пиздец какой-то. Я с пугами... Не, только не Невер на кубах, это ж мы опять вайпиться будем. Вчера с пугами тоже 4 раза вайпнулся. Пугам. А Невер... Поставьте кого-нибудь такого ответственного, Кубу вы поставьте. У давай я есть Невер. А, я не смогу поставить. Это и есть Невер? Да. А я смотрю, что он по кругу просто Кубов бегает. Не дамажит. Смотрю, он просто 5, по кругу 4. Бегает. Думаю, ёпт. Невер вагон. Кубов 6. Хочет позориться. Да, мы все знаем, что ты так плохо не умеешь играть. Можешь не париться уже. Что-то странное. Он ему Т4 под ВК-шку пытается утонуть. Кубок на работе. Так поменял бы для себя, что проблема. Ты же знал, что ты на него перса зайдешь. Он, ты что, вар? Я нет. Ну скажите, как у Гор плащ КД 7 секунд? Это как вообще? Что-то а когда откидывание было, скорее всего, ты перелетел, блядь, через куб. Давайте через перед кубами, когда откидывание, или отходите за кубы сразу. И не тыкайте мышкой своей. Так вообще стоите возле кубов и АФКшите. Типа, блядь, прописали свой штенс и все. Я не прописывал такое. Блять, Овус, ты, блядь, уже постоял на квадратике. Да я это бегал просто тогда, блин. А нахуя? Блять, в том ли чего? Нахуя? Я рядышком, чё, я ему втащу, ты все равно за 5 секунд предупреждаешь кубах. Сейчас буду просто стоять и... Куда встать? А, кубов, ой, блядь, да, наверное. Давай на крестик. Милый, нажмешь? Ты так вызывался, нажмешь в этот раз, да точно. Давай тогда на треугольник вставай. В смысле? Так я крестик сейчас нажал. Да, он на крестике был, все нормально. А кто не прожал тогда? А не, на крестик не знаю. А кто говорил? Циндамэ, мне кажется, говорил. Хорошо, тогда ладно, милый, оставайся на крестике. На треугольнике у нас квелт. На квадратике у нас идеальный. На черепке у нас дрищ. Циндамэ. У тебя не прожался, дебафа не было. Хорошо, давайте на Синдаме у нас кто? Давай я поставлю. Кубоп. Ой, Невер, раз, давай ты. Я ж тебя сейчас не поставлю никуда. Просто стой там чуть подальше. Где-нибудь вот здесь вот, чтобы тебя не кливало. И будешь нажимать этот... Луну. Рыбку вроде бы ставил, бафы есть, давайте, мед. Арчек-то пойдем. Коем нам и ВК закрывать, блядь. Если у кого-то опять же КД будет, блядь, заранее предупреждайте, вы можете по таймеру посмотреть своему. А не так за 3 секунды, когда он уже будет кастовать. Вайпну трэш. Ты готовы? Давайте, такой он пол есть. У меня есть бомжи. Вы тотемы разные поставьте. Дефлот одинаковый. Опять гудлик пизды получил. Чего? Первый, кому урон проходит, это ты почему, сэр? В смысле? Молчай. Я ебаш. Все, что есть, отдайте сразу.
что если босса раньше спулить? Ну попробуй. Не ты сделаешь. Как его спулить? Сейчас, смотри. Если ты это сделаешь, бан получишь. Раньше, чем танк, ты имеешь в виду? Да нет, не работает, блядь. Нихуя себя будет, блядь. Не, попробуй лужу разлей, может получится. Секунд. 15. Ты дорогу задал. Бля, зря начал тогда. Давайте, Гер. Давай, кубок нажмёт там. Смотрим, когда каст. Я прокатил. Ну, он радуется. Ну, ебать, как сбили. Чем не достижение, да? А что мне нравится, в губах стоит? Фиг, ну вообще ничего не делаешь, ты их вышел. Андрей, что за мощный камень у тебя в пухе стоит? Какой в РБК выпал такой? А, вчера, который фиолетовый? Да. Мне просто не было времени что-то там делать. Ну, можно сказать, что БК, что правильно? Зашел в игру, и меня сразу рейд позвали. 15 секунд будет. Бульба. Ты умер. Ну пока двое сдох. Да я рано отпустил. Мне хп мало было. Сюзер просит мина. Бульба. Когда же было такое, что... Он Главхилат повесился, дебаф. Займите Главхилат. Я заменю. Донт, у меня этот... Главхил, я заменю, у тебя это... Ты говори, как мне... Да не, я нажму, я на кубе прям стою. Все, хорошо. Мой Зеро лапнули? Я уже чувствовал, как жареным пахнет. Как мы там договорились. Ебашь, да?
края отошли. Потолок падает. Смотрите, где были уши, там теперь потолок. 5 секунд. 5 секунд у нас. Давайте прожмем его, чтобы я мог. Ну все, ну сильно, молодцы. Маны нет. Исполина ман закончился. Исполина ман закончился. Скиньте минер. Все нормально. Я уже свою прожал. Вагон. Рич, дай ПС. Я далеко. Я его погнал за это время. Вагон. Булик, я не стендался. Ну, шипы мана, конечно, кончилось, да. Позоришь белорусов, Гудлик. Чего, блядь? Да, Гудлик, понял. Слушайте, просто, давайте просто... сейчас на всякий случай возле кубов останемся, прижать его. А еще сосед не знает. Мало ли что. Да у меня баба есть на мат. Че, соло добьешь? Там чудо. Конечно. Вот как так? У меня на откидке просто вот... я вообще просто в альтабе сидел, грубо говоря. Это прошедший срок. Что-то ачивы куда-то дали, да? Что за ночь падает, блядь? Так, кому там честно? Ну, давайте посмотрим. Плюсики стримит Т4 или так просто? Четвертый кусок. Че я пришел? Аму! Порошочка, у тебя крит хостовый, честно? Ну, у меня 1000 хосты, мне нормально. Просто если я беру сейчас эту грудь, у меня будет 2Т4 и 2Т9, и ноги... И рокин-рокин, блин, жесткий. А четвертый канает, нет, кусок? Типа... Четвертый что именно? Т9-го? Да, нет, ну... на ретрик. На ретрик не канает. Это мой ретрик, он, блядь, холипал. Я холип. Зачем себе? Не, у меня просто 3 куска есть. Ретрики берут 2Т4 и 2Т10. Да. Да, да. Лут. Сейчас Т9. Еще бери. Типа... Сейчас Т9, да. Типа, ну... Не надо. Ни один ретрик не хватит, а 4Т4. Голову и ретрик вроде берут Т4. Я видел одного ретрика, 4Т4. Т4 берут. Короче, понятно, с угами анролить, да, надо? Так а смысл? Ноги возьми себе Т9, они тут то же самое. А кому грудок ушел? Ты ж милый. А у меня. Все, Дриш, остаешься без кольца. Дриш, репорт пиши. Дриш, давай еще раз паролим, потом, когда я заберу его. Дам... Через 5 рейдов, да? Дам тебе шанс. А маг у входа убить, но... Ну, заберешь с собой кольцо, я просто вышел из инста. Забрось все. А грудь у меня пока что. Щиты вырубай. Я убил мага, все нормально. Вообще очень долго. У него 8к хп было. Так, Зоркин, ну тебе нет, потому что ты ходишь чего этим... это? В мейном.
Ну, софт, блядь, моя... А ты Войд, блядь, хоть друидом какого-нибудь. Ну да, поэтому Войду я тоже не отдам. А что, порошочек, который тоже... Порошочек, который пересаживается на холле паладина. Блядь, дура какая-то. Да отдай ему. Я успею себе. Да нафиг, обойдется. У него там твинов этих. Два. Один. Два. Ну, маг, рог, два твина, один. Голосую за рогу. Еще там паладин какой-то там бегает. А то, блядь, 9к дает, надо, чтобы хоть 10 давал. Ну, если будет 4, будет пиздец, мам. Я запомнил, вот, я тебя не буду хилить в ВВК, ну. Еба. Будешь сам прохиливаться стоять, ну. Всем пиздец. Да. Я не знаю, я тоже, блядь, хочу это. Нахпало. Но нам нужен рога вообще. Он на своем магии все равно не дамажит. В кару надо сначала пойти. Так я, кстати, могу в ВВК во втором часе походить. Вообще я протопала сначала, после ретлика буду собирать. Зорки, что там базаришь? Типа ты че? Я что, там пожалуй? Нет, я тебе не давал. Сейчас я тебе накину. Че, идеального 4 куска, по-моему, да? Бутлик, а за кого ты города? Омск. Здесь уже. У него прошлый рейд, по-моему, на прошлом, когда было 3 куска, 3-4, сейчас, наверное, 4-й будет, да? У кого он? У главхила, он на шаман. А какой тебе кусок нужен, кстати? Ноги. О, блядь, мне либо ноги, либо грудь, 4-й будет. 3 куска остальные есть. Ну нихера себе шипы думают. Да охренеть, он столько дал. Исполин. У него просто МК был. И чё? Я все время с МК бегаю, и все равно толк никакого. Три, ну тебя галимый, надо нормального все. Не, ну там и без МК нормально тоже было. Маги не люди, кто скажи турки. Маги не люди. Кто сказал? А паладины люди? Люди. Суманите кубоба, чтобы быстрее. А я думаю, что так медленно, что? У меня полетка не вкачана, оказывается, на твине быстрая. Блять, я вообще бегу без полетки. Он пешком бежал, да. Долгоногий, хуячу. Надо купить. Что тут наверх? Блядь, наверное, присуманил. Там как, короче, было, блядь. Вторая охота появилась, и в нее стали заходить челики с первого рейда, блядь, с фулл ПРом, нахуй. Просто все выносили, блядь. Поэтому я паладин на все, что одел, это все с пугов. Типа сами. Ну, все, я все на руку надел. Давай кусок. Блин, сколько хасты? Не-не-не, я пока придержу. Пока еще что-нибудь не выпадет. Так я сейчас смотри, сейчас выпадают плечи, у меня 4-4 на роге, и голова душна, ну, да. И все. И у нас хоть один рога будет вообще. И я буду разъебать пиздец, блядь. И ты кладешь рога и этим и магом. Ну плечи выпадут, пускай берет, да и все, нахуй, сразу дамажит 4 куска. Это, да, Суза, там же апаются, это сильно. Суза, ты бух туда, торговцев. Зорки, на маге будешь бурстить, потом сворачивать окно на рогу приходить. Сумоньте всех, че стоим? Я это мультибоксить буду. Че ты будешь? Не видел на уши, там чуваки бегают, блядь, 5 шаманов с одинаковыми никами, считай. Нет. Ну, не играл, на уфе не играл. Ну да, разные аккаунты, но у них типа привязка к кнопке. Ты заходишь на БГ, у тебя 5 лав ебало прилетают. Они как бы, знаешь, как следовать нажимаются, типа, вот они в одном теле бегут. Чуваки на БК так арену играли. Да, свой как, чувак. Ну да, да. Не, ну это я на уши, 20 элемов на этом. На рате. Ой, не на рате, а как там. Блин, как это БГ огромное называется? Арате. Альтрак. Альтрак. 20 элемов.
Просто в пухи кидаются, там весь рейд разлетается. Черепочку секс сбиваешь. И Клауд. Звездочки сбивает у нас Клав Хилл и Годрик. Сэр, есть, сэр. Годрик, а что с ДПСом? Ну что, блядь. Кто это говорит? Блядь. Я смотрю, у тебя вообще не дома. Кто не дамажит? Ты не дамажишь. Так, блядь, янкую свой пояс, блядь. Войт, она отправила пояс. Чё пояс? Нормальный пояс. Имба. А где у тебя сокет в поясе, слышишь? Вот в этом-то и прикол, это имба. Где его, кипай, где его. Блядь, Рус зашёл? Я вместо него зайду, кипи дело. Суд в поясе. Кто? Кто это? Слышен чешский акцент. Э, ты что творишь? У меня 100 метров осталось докачаться снова, я захожу, все, кикаем Гудлика, я зашел. Тихо! Кто это бы здесь курс зашел, блядь? На хуй разгоняешь? Да зашел, заебал ты, что? Это голос изменился совсем, да. Господина своего не знаю. Кто он с телефоном? Рос, выйди отсюда, блядь. А что, если голос поменял? Ну, микрофон даже. Больше нравится этот. Здорово, вот другое дело. Короче, Гудлик дамаживает, если что, 15к. Нейвер, ставь шкаф еще раз. Каким образом другое дело, если вообще я ничего не менял? А, хотя не, подожди, не. Ну ладно, уж поставили. Рос на кухне. Вы ВК закрыли или нет? Здорово, да. Кого босса не убили? Вот я плащ полутал, смотри. Никого этот? Никого домашнего не научили? 15к даю. Нет, тут танчить проблема. Так, там танчить. Дрэйш, сколько ты дамажишь? Я не знаю, сколько я дамажу. Ну ты чего? Заберешь троих, а с индоми черепочек постоит. А Оволос у нас есть, блин. Пускай он троих. Чего? У тебя есть танк? Да, конечно. О, давай тоже танк. Этот, Донт, я не собирал. Кого? ДК танка я не собирал. А, ты не собирал, все, понял. Ну, Вова, значит, давай ты. Тогда ты, наверное, черепочек стой, а Синдомия этот, крестик. Я, короче, почитал чат. Так это Альфи с Кубобом объединились против меня снова? Что? Альфи, ты не хочешь извиниться? Обидно довольно. Внутренника пиздец, конечно. Было бы перед кем, скажи, Альфи, да? Нет, я не про тебя, я просто сказала тому, кто... Кому мешает флот. Кубоб это Невер сейчас. Это против Порошка, короче, было. А, Кубоб, это наверное. Чё ты молчишь? Что с тобой, заболел? Я его задушил. Его затушили. Ну, можно сказать, что заболел. Ну, у меня в Пугареде затанчил 45 тысяч протопал троих. Я так. Думаю, с нашими хилами это... Хорошо. Давайте арчек тогда. На кого чей? Там где-то когда-то стояло. На Оволоса, на пулю, а? Черепочек. Войд берет троих. Черепочек? Паладин. Череп. Паладин, череп, Войд. Войд троих. Мишка, крестик. Дрищу им по 5, испарину им по 5, киньте. Помогу. Просто дамажим. Спасибо. Все это готовы, это... давайте ДБМ ставлю. 5, 4, 3, спасибо. 2, 3 секунды, 2 секунды. Навер, лови бульбу. Гера будет? Гера, спула. Да. Геру, шману. Опять у вас новых ников много? Да это вообще нет, нет ничего. Да. Какие-то новые твины. Локи. Собака.
У нас один лох. Хорошо, все равно собаку. И тот, кто... Забаньте, верните хотите. Ой, кубок, конечно. Я все понял. Да, вот я смотрю, типа, на домах Невера, и мне стыдно за перса Кубоба. Кому он его доверил? Давай, собака вышла. Добиваем, в крестик играем. А, забери короля, подведи его там, где он, к сундучку. О, босс. Пожалуйста. А, короля забери квадрат. Угу. Да, да, и уведи его туда, где обычно он стоит. Да, залейте Иннер, пожалуйста. А, Каро, в порошочка. Быстрая лапка тоже. Тогда им поставил шаман. Исполин, дай ким. Слышишь, Вой, а как у тебя ревностный прокнул? Ну, на мишке. Откинул? А. Я даже не увидел этого момента, когда тебя шотнуло. Да я каплю давал этому сандоме, потом бы за это. Конечно, смотришь на ДПС Гудлика и смешно. Я в пугаре танчил. Прикопался ко мне. К протопалам черепок и крестик в одного. Ну, просто это Гудлик, я ушел. В пугаре танчил черепок и крестик в одного протопала. Ушел, ну. Я ушел, ты должен быть после меня, типа, главный по дамагу, понимаешь? Так он и был, он 15к. Спасибо, он один раз дал. И то в трэш. Не, в ВВК говорю. Я ну, на да, этом ДК. Это мой третий маги Грул на этом ДК. Подожди, и ноль кражан. Там же, когда у тебя 4 Т4, ты поджигание на всех. Я заставишь, не понимаю, нет? Почему вы Кеглера не хотите убить, он откидывает только. Я не ловко на ДК. Или вам прикол отлетать постоянно. Кого хотим, того убьем. Я в полете отрыв нажимаю в другую сторону. Ну да, весь рейд контрол. Вообще-то этих боссов нужно убивать одновременно. Ну да, мы так и делаем. Нет, только что придумал. Вагон. Я думал на офи. Подожди, а с тебя сейчас луну не сорвут, почему ты на нее даже не переключаешь? Сандомею идет. А-а-а. Все, вопросов много, если нет. А вы не в два танка? Три. Мы в три. Тут слабый рейд. Да, тут такой серий. Лекашка? Ну да, хотя бы Дон какой-то, а кто это такой у вас? Шо, как тебе сова в 4-4 дамажит? Да, Сова дамажит. Гарик дамажит. Ага. Говорит, дамажит. Пока говорит, пока и дамажит. Десятка и все, блядь. Ну так, ебать, я десятку давал без Т4. Хочу на это посмотреть. Да куда пошли в каражан? Я дамажу. А, нет, 2-4. Ну да, 2-4-2-9. Ну это была Сакра, типа, блядь, но двое все равно остались. Причем цирк это хант. Нормально. Ну, шоу, я ящера хуярить. Думал, он сильный, блядь. Я понимаю, если бы это бунт был. У него это 7к, блядь. А кто это? Чей это твин? Это, дайте я угадаю, сейчас скажу. Вот этого типа, дуата. Не. Бля, странно, я, ну типа, это его стиль игры. А мой угадай, твин какой. А ты твой, его я знаю. Дрище, блин. Как тут, ну? Не, дрище это мой. Брат, да мы с тобой сколько быгашились вместе? Раза два, блядь. Чё, кому каплю? Чё? На следующий вихрь каплю 500 голд. Мне, видимо. А чё дизарм даются? Тебе? Ты же... А там у него ещё не появились эти мечи, нет? Чё, под незыбкой Гудлик постоишь, каплю дам? На 35. Да? 500 голд.
Понял. Отлично, да? Стоните его. Чё стоишь ты? Да вы его повели. Щира. Не, ну прикольно это слово. Гудлик, закину. По тебе каплю закину. Гудлик, слышишь, а ты знаешь, где лучше тусовки? У нас в клубе. Ого! Он в фире бегает, сука. Где Чарльз? Он так узнает, ему 20 лет всего. Идей. Ну, Гудлик говорил, что он старый. Ну да, так и есть. Сколько? 23 годик. Да, я могу еще школьник. Здорово, заебал. Ой, да. Здорово, заебал. А чё ты не бьёшь его? У тебя же ДПС, у тебя 3К есть. Что происходит? АФК пару. Он фиаин, блядь, меня бесит Филиппин. Циркорез. Чё выпало? Лично варп выстроить, ничего не выпало. Нормально. Ролл. Полина, тебе на хила, что ли? Че, пошли, разъебывай. Давай грудок тебе. На хила она, как уж. Испарин куплю за 5к. Испарин. У Акрима, по-моему, последний кусок, у нее 3-4. Че, за 5к? Ты что так дешево? 3-4. Испарин, прости больше, богатый. Ой, ну ты задержи. На Акриме 4 надо зачем? У Чика Бомбони тоже 4. Я беру 4. ГЦ? Панок, да. Альфи, какой это у тебя кусок? Четвертый кусок. Смотрите, она сейчас его откроет и будет хилить 4-9. Скриньте. А что, там не лучше? Там не лучше. Полная шпатня вообще. Что-то мне объясняли, что для десятки лучше, типа. Ну, вы посмотрим. Там, ну, в банке хорошо смотрится он. Да, нет, зато ты трансмог красивый, понимаешь? Нет, нормально будет. Там у тебя у дерева такие веточки зеленые появляются, прям супер. Это там омоложу хапается хорошо, мне нравится. Бон. Это в Т9. Ну так и там тоже хапается. В Т9 тоже от прока зависит, там не очень. Альфа, ты в соло хилишь? Нет. 5 хилов нас. Что? 5 хилов? Очень много хилов. 5 хилов. Почти. Глав хил, Лакрима, Порошочек, Дрищик, Квел, да, по-моему? Подожди, еще глав хил с вами? Я думал, он в соло может похил. Да и какой есть? А, Альфа, открывай 4-4 хила. Открывай 4-4 хила. Она и на сову не очень. На мишку одеваешь. Ну, кстати, на кота нормально вроде, да? Что на сову? Кота сильный Т4, да. Что на сову не очень? Т4? 4 Т4, да. 2Т4, 2Т9 лучше. Ну, не сказал бы. Так, а что, у тебя часто прок этот талант? Да. Я просто, ну, да. Замерял, супер мало помогает. Да. Они же изменили ППМ. Или наоборот, изменили еще раз. Нормально прок. Секси и Кешин. Давайте, звездочку, Кутлик и Кенроки. Ну я приеду, проверю, как вы там домашите на совах. Ну я, слушай, я без шеи, без кольца, ну типа 10-11 удаюсь. Кстати, Рос, а ты когда приезжаешь? Да, я планировал, к Новому году. Под Новый год, да. А где ты будешь проверить, как мы дамажим? В гаражане, в гере? Тут нет, пойду с вами в рейд. И ВК, может, закроем, как приеду. Вряд ли. Да нет, ну я приеду, я типа посмотрю, кто как дамажит, типа там разберу ваши ошибки, раздам всем хостплоты и убьем.
Он наконец-то сейчас... будет бесплатный хостбот. Я зашел в игру, просто мне голда должна прийти на почту, типа, чтобы не пропало. А ты в игру зашел? Ну, я качаю обнову, значит, так долго качается. Мне там сотку в обро должен был скинуть, и типа там место нависит. То, что он должен был, это не значит, что он скинул. Ну, сейчас зайду, проверю. Ну, на боссе у нас Синдоми. Второй у нас Void. Овоус ТРТД. Да-да-да. Ты же в ретрике? А, ты в ретрике, хорошо. Он их мне отдал. Дрыщ, да ты так богатый, ты можешь трейдиться, а я не могу. Он мне Дон, ты что там отдашь этот груда, когда там вон Дуат беспокоится, кому ушел? Пока никому, пусть дальше беспокоится. В смысле никому, он всем нужен? Не, не то, что никому не нужен, он просто сейчас смотрит, какие выпадут куски, может кому-то сразу два отдаст. Хорошо. Подожди, Войт, а чё ты в этом? Скажи, стоим, как бьём, дома... когда притянул. Стоим, бьём, когда притянул, разбежались, рейндж между собой держим. Синдома танчит? Да, Синдома. На него поливаем. Хишимана, поставь тотем под босса, а не у себя там, где вы стоите. Рост, ты готов? Рост, слышишь меня? Да, слышу. А у тебя на совушке шея есть, да? Не-не, на самом деле вообще ничего нету. Это такой фин, который мне подарили. А, okay. Ой, извините, пожалуйста. Так не он же спулил. Да нет, на сове от 24-29, без шеи, без всего, без кольца, без трини. Я дамажил... Ну нет, трини у меня с Везекса и прожимная на меткость. Uh-huh. Я дамажил 9 чем на Молчазаре, а потом начинал проседать уже, когда там начинались перебежки. Ну, для совы это беда. Но это опять же, все хастпоты, все утопилось. Но банки еще ЛКшные были. Ну слушай, 2-9, ну сомнительно. Типа они тебе дают 4% там. Ты говоришь 4%, 4% это огромно. Не знаю, у меня больше выйдет с 4-4. Ладно, я посчитаю, как приеду. Ну типа, если сравнивать, допустим, да, вот... Ну Гер, да, давайте уже после след... А, нет, сейчас, минуты 20. Давайте, Гер. Ты лучше рост Волонир посчитай. А мы что я считаю, Волонир? ХПС. Холипал, топ. Эрдру, Ршаму считай. Мы всех посчитали. Эрдру мы не считали, потому что мы не знаем, как он работает на Эрдру. Все, что есть, отхилу. Подожди, а что там у идеального по осколкам? Собрали уже? Последнее КД, по идее, должно. Три штуки осталось. Ну, либо с этого КД, либо в следующем добьем с йога. Это может на 3 КД растянуться. Не-не-не, Алгаон один. Точно, и Йок один точно. Там в худшем случае до 2 КД. В прошлом КД 6. Они дали на Алгалона 100% дроп? Да. Ну, у нас было КД 3-4, когда просто падало. Вот Алгалон, Йок и все. Ну, мне следующий выбираем. Конечно. Будешь меня на это флешками на арене прихиливать? Ну, я же за что я говорю, полезно. Давай не 5 секунд.
Не, ну я смотрю, конечно, на ваших ретриков смешно. Смешно тебе, значит? А какие у нас ретрики? Пожалуйста, третий вообще. Шоу-баун, всем ка дает. Блин, красава, десяточку жмёт. Блин, очень красавчик. Ебашит, как, я не знаю, как не в себя. Ну, он типа на груле дает, как я на ретрике вообще, ну. Ну, на ШП, прикинь. Яичная кожа на этом. Прикинь, это он, еще не, это он еще не разогрелся вообще-то. И это все на ШП, не забывайте. Ну, я сегодня тоже примерно так же давал десятку. С пугами. Только там шея нету. Да. Шеи нет. Не-не-не, надо на паладине давать десятку. Роса, ты будешь на сове делать шею? Нет, на сове ничего не буду делать, я забил на сову, я лока делаю. Понятно, еще так же Кися скоро сам мне придет, блядь. Ай, кису? Нет, ну в смысле скоро. Когда, блядь, весной? Ну, в апреле получается. Так, а на сколько? Он точно на год? У вас разве не полтора года? Год, год, в России год. А где он? В России год. Ну, значит, скоро придет. Апреля? Ну, не помню когда. Ну, типа да, под лето. Так он придет уже нормально, он не будет в опку играть. Да не, он там аниме сидит, он хочет смотрит. Что ты говоришь? Сидит в капсулке, он... аниме смотрит. А, ну это может быть. Андрич, слушай, дашь потом на Войду или на Сандамету зубы? На Войду не надо. Ну тогда Сандамету. Ну скажите, когда. Да, да. Хорошо. Я думаю, за полторы минуты должен быть тогда уже. Так слышите, я видел, там Бьорн вернулся, или он вернулся только на ПВП? Да не, он, ну типа, одна охота, одна ПВПшка. Пока мы не платим, греть будет ПВП. Ты крик отдал, у тебя дубовая есть? Исполина, сколько статов на боссе? Почему я не вижу? 12. А, вон мне вообще пишет, что 180%. Ну, 12 секунд. Так это ж не 18, разве столько? Капли заряжать? Слушай, ну, давай на ладно, я дал ему капли, короче. Чё ты? На сандамы зубы. Да все, не сдох. Отдал. Капли бан. Ну, сокращу зубы. Ну, конечно, плудите вы, как будто, блин, какого-то серьезного босса бьет. Ну, лича в хэйме. Слышишь это? Я вообще что это такое? Я вижу, мне смешно. Да, да. Варп из друид. Зубы жру. Варп из тоже нормально. А вы с таким ДПСом ВВК отдаете? Блять, ноль приор. Пиздец. Не-не-не, это не ВВКшный ДПС, ну ты чё? Это, блин, второй рейд, ну понятно, с чего он собран. Никто не ДПСит. Всё понятно. Всё понятно. Первые Корот. Четверо у нас в ВВК ходят. Ну да, да, да. Пятеро даже. Слушай, мне какое-то специальное предложение, комплект пристановки. Ага. 15-й тоже ходит. А, Карл, а, тебе на слово, да, это все. Держи. А кто хочет идти покурить, идите. Только да. Нажмите портал, ну, этот камешек из инста, потому что он опять скинется сейчас. Чё, сколько да. Кусков у тебя на сове? Дрищ. Ты опять у меня забираешь, что ли? Исполин, делай себе шею нормально, чё ты шею забираешь, пацан? Да, охренел Исполин. Это ты ещё без шеи тогда мажешь? Почему? Дрищ. А нахрен ты нашу забираешь? Да, ты что на шею забираешь? Да, дай, да, дайте мне мою шею. Я не могу на офспек пролить, что ли? Не можешь? Нет. Есть. На какой еще офспек? Таким твинкам отдавать, не понял. Даже на офспек ходи с нормальной шеей. Забирай у них Исполин, все. А на какой офспек ты забрал тебе это? Конечно, Исполин, это мейн, блин. Коракара герна наготовится, ты чё? Там и заберёшь себе шею. Да, нормально.
Сделаю еще одну с острова себе на Кноуф. Я не могу портал в Даларан нажать. В Даларан. На максимум нажали. В Даларан. Ну ладно, камушку заюзаю. Пойду куплю себе камень нормальный в пушку. Здорово, заебал. Став себе, вы хотите? Кто здесь еще стоит? Груда все жду. Так он у меня в сумке. Давай, давай. Да, грудки на руки отдаю. Опять я пролетаю, да, бля? Я запомнил, блядь, уже какой раз, нахуй. Какой раз ты уже запомнил? Вот, Розу, скажи, что ты хочешь 4D4 на паладина. На ретрику. Это не порошок хочет, это Войд хочет. Ну да, Войд. А порошок что, не хочешь себе 4D4, что ли? Он, по-моему, нахипал кусок один, хотя. Это уже мелочи. Слышите? А зачем? Ну, типа, серьезно, не берите 4Т4 на ретрика, это полная хуйня. Да похуй, я спугаю за город, и все, мне вообще похуй. Так я-то про Блядь, Холика... поверьте, ну, кто-то может. А, Холик, ну, похуй. Не, ну, Холику-то ладно, а ретрику Войду не нужно это. Так, кинроки, 300. Хотя и Холику сейчас, типа, можно все ВК-статы пособирать, типа, нахуй знает, типа, может...